Здравствуйте, меня зовут Айдана, я из Казахстана, мне 29 лет. Творчеством я занимаюсь с детства, можно сказать, закончила художественный колледж и университет на степень бакалавра по изобразительному искусству и чеченью. Участвовала до этого в конкурсах очень редко. Единственные конкурсы, вот, в которых я участвовала, были школьные. Вот этот Golden Time Talent – это мой второй конкурс, в котором я участвовала. И на конкурсную работу я решила выбрать картину под названием «На закате». И позвольте мне ее презентовать, так сказать. Написать эту картину я вдохновилась в одной из поездок на море, где увидела красивый закат в таких багровых красных оттенках. Как вы можете смотреть на видео, я использовала в основном теплые цвета, такие как красные, желтые, оранжевые и тона этих цветов. Почему именно море? Потому что я еще с детства увлекалась, точнее мне нравилось, как рисовали воду, море, все маринисты, такие как Айвазовский и другие. Фигурами на переднем плане, такими темными фигурами, я хотела придать картине некое, можно сказать, мистическое, некое волшебный образ этой картине. Решила выбрать именно эту картину на конкурсную работу, потому что она как-то мне самой импонирует, и приятного просмотра.